Суд Божий не такой, как человечий. Кто прав? Кто виноват? Судить не нам. Один, как волк под шкурой овечьей, другой, как лев, пасущий стаю лам. Мы в тленности веков теряем время, жиреем, богатеем и умрем. Мы, собирая прах, теряя время, мы пламя жизни безрассудства жжем. Экклезиаст был прав, все суета, томление духа. Листая годы, кубок жизни пьем, греха осознавать мы не хотим. Его не зная, думаем, что легче проживем. Ну вот конец. И вспомним все, все вспомним, что было слово, и слово было Бог. Пора давать ответ, что собирали мы, живя без веры в Бога, бездарно верив в суету.